Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию азербайджанского происхождения стал президентом Федерации фехтования России. В среду, 15 декабря, состоялись выборы нового президента Федерации фехтования России. В результате на эту должность был избран главный тренер российской сборной по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион, азербайджанец по происхождению Ильгар Мамедов. Он был единственным кандидатом на пост главы Российской Федерации фехтования и на этом посту сменил Александра Михайлова, который возглавлял федерацию с 2009 года. Заметим, что Ильгар Мамедов является сыном бывшего президента Федерации фехтования Азербайджана, известного азербайджанского ветерана Ишара Мамедова, который в настоящее время является советником Национальной Федерации фехтования. Также напомним, что Ильгар Мамедов стал олимпийским чемпионом на играх 1988 года в Сеуле, Корея, и на Олимпиаде 1996 года в Атланте, США. Пост главного тренера сборной России по фехтованию новоиспеченный глава федерации занимал с 2012 года.